dziewcząt. Dawaj. Jak ty, mocno chcesz żenicę? Bardzo. Nie filmuj, bo ja jem. Samo ładne kadry. Nie, no wszystko za kadrem ja. A tu ja za dużo gadam już. Buchnąć? Dawaj. Buchnąć to dzieło twoje, chłopcy. Z kotem drenie? Кот не подходит, но... Як попал завибать? Вака, шкопс. Че бус? Бажок, жаль, одяга, не батей? Так, воно все до 10, да, это программа. Циска, циска, кнопка. Та ж сама нагла. Хто на неї ложиться? Ти? Тут і жива ти? Жива. Карклени дісей. Да, ну что вы думаете? Беспредельщики. Да, беспредельщики, халтурщики. Co będziemy robić? Będziemy szykować się? Da, będziemy kleić na ścianę i bo to będzie portret Doroty. O, tak. Będzie potem do galerii pójdziemy. Jak wy żyjecie? Все dobrze, jaki lalok, wybaczaj. Tak, i вот так. I, ну, żeby по dwie он przemyślał. Тут i тут. І тут, і тут втеди. Ага, приклеїш, я втеди і до Вальони. Як ви, опитні асистентки? Перший раз? Так, ні, а так я трохи свіжа асистентка. Свіжа? Я взагалі перший раз. Що, не спорчені? Ні, я що, нормально? Мені здається, ми такий десь опит так би набираємо, я ти що? Ну, десь набереться, от Станіслав є, опитний фотограф. Хто опитний фотограф? Станіслав, він... Опытом поделиться может. Нет, а вот и пани Млода. Не Млода? Музыканты приехали. Хлопцам вообще лежать. Жители же? Конечно. Девчонка родилась, а то плакотница, и что? Так а у них зато жены есть, то хлопцы. А у девчонок жены нема? И мама забрание кулежанки припроводить до дома. А потом жены не позвали. Завше. Ну так. Але без них ні. Ну, все одно чомусь тільки женися за тих жанів. Ну, собі жить. Ну, життя. Ні, ми з ким. Я з ким не порчу. Чому Стасі говорить? Не женівшися? Не женівшися. Ні. Зразу женім. 65 років, свободний, жиє. Ти ж не заставиш його? Ні. Да, уделим перстянки и все. Добре? Добре. Вшистку добре с ножами? С ножами все ок. Значит, как это ситуация сейчас? Опишите в двух словах. Трошки вшисты позднее. Не, ну точнее. Борца стресса даже было. Чекаем невесты. Я стесняюсь перед этими камерами. Я так тут много гадать и гадать без конца, я на кранзону, але не вам тут робись. Налейте Инстаграм, чтобы успокоил. Ну, что? Букет кидай. Раньше в старину на удачу вот ассистентки и всякие другие девушки отрезали кусочек платья от невесты на платье. Ну, типа, и потом начали очень дорогие платья делать, и стало жалко этих платьев, поэтому придумали, типа, чтобы они не резали платья, чтобы бросали, ну, допустим, букетом или еще какой-нибудь, или кусок ткани сначала был, а потом этот кусок ткани переделали уже на букет, чтобы его бросить. Вот так, история. А вы за своими хлопцами ассистентки? Нет! В кусе мысли, что я зимпара, Лёш. Пожичоны? Пожичоны тоже вольны, але я не... Пошли до Google, побрались, ну а ма парой. 50 евро. Вы их забачите, я мой там вельки мэнси. Не вем, ни цену негу не видели мы там. На тебе вилка ждал, мы спалили, уж машина и школа я бы стоит твою, уж и водотики тоже там все, что ты... Не, она показывала. Нормально, платье забудем. Может, не, ну так нам делим. Я-то точно. Во! Ты, девчон, давай. Вот первая ассистентка, Юлька, попробуй для нашей молодой пары. Так, без зависти. Ай, я ж первая пойдала. Так, да, девчонки, так.
Вперед, смотрите, вперед, вперед, поднимите голову. Голову должен быть. Так. Заблоковали. Все, молодой пришел, допустилыш. Все, ни пуха, ни пуха, ни пера. К черту. Так. Ни пуха, ни пера. К черту. А, ну, молодец. Худедно, да? Так, тут у нас за кадром пара. Як ти, можна все жениться? Бардзо. Ти ж замуж уходи? Юж дороги з поворотом не маєш зараз, таку вірність. Я ще є. Пара минут. То остання минута, коли ти можеш це зрітися, так? Юж, так. Чи варто жениться замуж? Варто. Варто? Як звати? Варто замуж жениться? Напевно. А вам еще раз, еще рано. Мы еще раз зарабатываем. Еще свободные люди. Да. Для себя. Вы же не пара, не? Ну, не. Так. Тримайте, шестуйтеся. Ніжте дуже, всім ставте. Хто не їсть, то жуцець канапки пізніше. Будемо додавати, зараз пані подається буде. Так. Маски можна знімати на вулиці, щоб... Бо як, не упінкшовані маски, може бути весельні маски, там кольорові, квіти, там... Те, бриліанти на масках. Бриліанти. Ну, видиш, що весельні. Ти ку щеля, щеля тут і так почекування цієї щепи. Ну, so comments? Ні, без коментарів. Чому без коментарів? Я ще не на волні. Я ще не на волні, а яка до волна бензі? Ну, прийде, може, волна. Що повіриш, добре? Ти на волні. Це ж цукерка. Бо я танцю. Губка. Супер. Місов коменс. Як тебе? Початок веселі. Барзо файне. О, хоч тато не мільше. Чого ти мільше? Пара коментарів насчет свадьбы. Можна. Почему не можна? Ніхто не хоче говорити. Пан Влади, що там робиш? І так люди угашать. А мені в гості ж вечором? Будемо це розразити. Ну, пані Млада, чого зморшона? Почекай, я не успіла. А чого не успіваєш? Вона жона, жона становиться. Ну, юж, потроху, потроху. До вечора ж точно, бензі. Добре, добре. Все, повіж, добре, куди є. Вважаю, щоб всі п'яні десь були. А, щоб всі п'яні були? Да. А то ми ж не зорганізуємо, зорганізуємо. Віж, я це замітив. Замало у тебе бутельку в ринцях. Чимай. Ну, ютру, обіцям. Бухнуть? Давай. І зараз саме офігенна частина. Після довгого чекання. Бухнуть – це діло святое, хлопці. Хай це ще стало. Так не веє. Все, сідай до машини. Ні. Ніхто ж? Саме до машини. Ну добре, знаєш, це побачиш. Чи варто жениться? Варто. Які плюси? Які плюси? Завжди є хто чекав вдома. Потім так його плюси бувають теж. То життя для молодої пари теж таких плюсів. Так. Варто замуж виходити? Варто. Я бо чим, чим ліпі, ніж єдний? Нічим, ні? Ні, ні. Є з кимось спати, тепло завжди в ложку. І жили зимно за Гжеї, і жили гуронці у Студза. Все, а більше плюсів нема? Он сам великий плюс єдин. О, ну кое? Во, фільмую їх, як вони ходять. Вони не вміють ходити на каблах. Во, фільмую, другі такі у нас це. А як вам на каблах поки що?
Як на каблу ходиться по цьому? Файне. Файне? Файне. Що ви зділенці хочеться? А що зі мітанчі чи вивенці? А чи це на мене? Ну, вообще как бы там нема почти. Як і нема, це вот так, да, вот, видели, як йогу вмію вони. Серйозно, дівчини. Добре, таке ви плануєте своє веселье? Ну, поєднай. Нігде. Нігде. Далі. Ще хлопці знались. А з котом Дреня? Кот не підходить, но... Аля. Шкода. Далі. Я ще не планую такий ответ. Ну, аля плюс-мінус. То Бензі? Плюс-мінус. Мені 21. Чи до монашков, ну, чи тут... Бензі? Дума, ти так і сидиш, я її ще не планую, а губка взглядом убивається, стоїть. Сучка, ну? О-о, серйозна коментарі. Точно мусить Бенда пікати там. Так, не Бенда вкладається. Ні, для мене можу слати з матом. Короче, вони зануди, не гадаються. Давай зафільмуй це лего. Здрасте. Ні. Я самий гавандульський придуречок. Як по паузу їбати? Паузу не робиться, альбо вуланчиш, альбо ні. Серйозно? Ну як, так понимаю. Я смотрю все намерення сьогодні бухати. Намерення бухати не сьогодні, а завтра, посерйозні. Одна, два. Зараз пойдемо бухати. Молодая, дуже красивая, молодой. Так себе. 50 на 50 нас сойдет на сьогодні. Там мне сапать можно? Оба. Да. Спасибо. Да, все, пойдем. Так вот. Перекур. Музыка принести? Да. Надя, возьми ассистента на колени. Ну. Сейчас я вам покажу, как работают ZZ Pictures на свадьбах. Вот Даниль, как работает у нас после лица. Вот Павел так устал, так наработался, что... Кто не работает, тот ест. Кто ест, тот работает. А вы оставьте-ка тут вообще. Самый главный работник. Вака, шлопс. Че бус? Бажок, жаль, одяга, не батей. Че повеча? Что бы с нами? Поздравляем. Вы с нами. Шесть, шесть. Наряжай бы. Я вижу, я ешь для стара, для себя, для завалю. Шесть. Як тебе до мене? Варс добре. Анечка не обижає? Ні. Добре. Б'єш, поки воно не обижається. Похудняла така? Пенза хиба мосна цією? Ні, парня нашла просто. Ай, парня нашла? То парень пенза. Парень пенза. Чого головна любов? Головам були погадати. Да. О, шварі. Видиш, він бачив не кальтібі. То ти шварі? Так, добре. А все ж теж шварі, видиш? Ну, вем же мы не пара. Видишь, не кальтібі детектор. Хто не калтас, так управляючи. Юзефа пропустили по шайбі. А, то колта. Це не сходиться, а? Це не сходиться. Чого-то не знаємо. Так, от ми його. Пас на уседа. Памергіс мусу. Так, на уседа десь, да, є тут програма. Ціська кнопка. Давай брейк, типа. Давай брейк. Так. Вот он, лучший фотограф. Честь. Ксюн, везде, кстати, документы в понедельник, то вы можете перехватить еще. Ну во. Да. А если все на мне не заводится, все равно только аннулируем. О! Все, вот это добрая идея. Ты сука. Что помыслиться еще? Как тебе ее не надо ядло можно быть еще? Нет, только зачином. Перший день. Як на перший день? Перша година. На перший день тут нормально. Ще не надоядло. До кінця життя дотягнеш? До кінця свого? Не вім. Не вім. Дотягнути до Балі, так? Єць, бо ще цього у нас пшеді не вичимеш потім.
Там красиво, но все. Это называется тихая охота. Даешь, чем побольше кусок, даешь только подарок. Стрелять. Пока зараз все подойдут. Та же самая наглая. Положится. Не, ну целый день выпейте, выпейте. А, потом ложитесь. И все добровольно едут. Так и так смеяться бенду. Все равно всем треба ложиться. Не, чекайте, вы придите, кто? Вот тут центр, ложься, мы у тебя, давай у тебя счет. Во, ложится первый человек, пошел. Кто на нее ложится? Ты, ложись на нее. О. Только не тритесь, не тритесь, чтобы не пачкаться, да. Все на лету делайте. Так, тут вот сейчас. Цветок делаем, цветок. Следующий. Ты трошки. Ты только не ездите по траве. Ты трошки в той стороне, чтобы ветцы так цветок был. Ну, так вот. Да. Не ездите по траве, если пойти. О, не ерзайтесь только, не ерзайтесь. Бенди выглядит. Убразик, Маш. Убразик, ты рубанец. Вы ложитесь, больше не видать картинки целые, ну. Ну давай, просто опусти. Между ноги положишь молодому букет. Ну, ты не заможешь руки взяться все. Он свой букет. Так вот, да. Типа молодой. Сразу тут и где колбаса ядла со стенкой зашималась. Далее, ну. Все, пошла. Все, добро. Тут вам много здесь создают цукерки направо-налево. Да. Взяли 20 кг цукерок. То или общая масса в борку, если ворог. Он с картофель еще мне. А? Вова борка. Ну. Ну. Алло. Алло. Як і вибрала, покажу вашим, як і вкус. Це таке само двозділ. От, хлопці, хто хоче удивити, так і цукерки. Дарга Лісникерс. Це є ще таке чоколядки. Дрога до серця. Дрога до серця. Через конфети. Кіля, ну покіля. Ну їдемо, сфоткаємося коли лімузином. Мірка, я вже вижу, що в мене проблеми. Вишся, кота. Все, едем сюда, мы не подъезжаем. То едь, я и уж Айн. Ну я страшно. После карантина, да, вот. Пугай, але он убит, не залезает. Ну, убит, зачем ты сделал? Прямые музыканты наши детей еще. Музыканты в хорошем настроении, добрые гитамы, да. Не чекаем, не кашляем, так что все у нас нормально. Антикоронное у нас настроение, так что корона упала. До вторку, будем играть до вторку, потому что комиссия на другой выставили, так что все у нас пучком нормально. Как мы на следующий рок, как там коронавирус повлияет на сезон? Главное, ребята, не чихать. Главное, если там откроете, главное не чихать, не показывать. Особенно микрофон. А музыкантам главное в микрофон не чихать, может еще свадьба разлетится. А так все нормально, все нормально, пучком настроение хорошее, улыбаемся и все пучком будет, никакой короны. Если кто-то носит корону, ну то снимите. Учусь, если попроще немножко. И все. Галстуки новые? Самые новые, да. Самые новые. Их еще не были. Самые музыкальные, самые новые, самые классные, самые... Как раз успели прислать, перед короной успели прислать. Нам сами китайцы прислали. Коронные галстуки. Коронные галстуки, да. Это было вас видеть. До встречи. Пока-пока. Карклена здесь. Поїхали! Хлопці, погнали! Хто не мав галуцеку, запомніться! Після першої не закусує! О! Перший штраф, смотрите! Кандидат в коменданти! Одразу встає, налево розліва! Друг! Шанцюком турєм проплинув! Летом по зимі не печалявся, а всегда возвращаємся. І по солнышкам без билет пленка у вас закончилась, и вы сидите тут, балдеете на солнышке. Рыбу ловите, рыбу закоптили. Мы поймали за ту рыбку, желание просили. Что мы думаете, желание с вами мы за много, понимаешь, рыбки много, желаний много. Вы познакомьте нас с вашим новым... этим как работником или как нас или конечно у нас все официально кстати все. У нас ОАБ халтурщики да ну что вы думаете беспредельщики халтурщики так сказать выпускаем молодое поколение в люди как их зовут а из людей то же самое девушка как вас зовут Лаура кстати это дочка
Валентина. Официально или неофициально? Официально. А вы снимаете? Да. Официально. Да-да-да. А то бывает, знаешь, зовут неофициально. Не, официальных мы сюда не звали. Это кто на прошлой свадьбе был, да? Дякую бардзо, то карклены были. Они не были, они и есть. Они еще и будут. Очень приятно, что вы были. Офицеля! Кто там за этот фильм на даремно мове? Что типа? На селфи. Ай, селфи? Сегодня 8 марта. Ради тебя я даже готов что? Помыть полы. Берем щетку. Поверни нормально. Кофе тайм. Супер законский, бардо смачное частечко. Значит, кончаем. Ото другі це веселя, другі гронці. Можеш собі чись? Другі гронці. Так, другі гронці. Саме музиканти, саме оператори. Поки музиканти грали, оператори взяли нам посмажили шашлычок, ребрышки. Правда, дві свинки літали тут по вулиці, так що словом заклули. І засмажили свинки. І засмажили. Так, у нас свиной гриб був. А? Свиной гриб був, все равно. Свиной гриб, так. Просто, ну... Спасли свиню, щоб не кашляло. Да, да, да. Подставляй. Когда человек звонит с температурой 37,3, ну, это на самом деле не гриб, это свиной гриб, это, понимаете, да. Поэтому заклули, зараз сидим вот, кто раз година ест, полудруги ноцы правят, да, по нашему годину. Пуге поминаем свинку. Поминаем. Пуге операторы сделали. Я потому что, муж агенция розмовляет, чтобы операторы не ели бы ничего, просто вот так. А мы агенции съели. Я мога есть и, как говорится, с этой, с полным ртом. А мы накладаем... Бачается, дорогие друзья, соном каркленный резорт. Каркленный резорт. Полностью all inclusive. Ого. А если будем выпендривать, то будет all выклюзив. Офигеть. Мы хотели с ваших рук пойти. Ого. Ну тут серьезное бардзо заведение. Ну бардзо тут. Ивона, села бы же в микрофон, повидала бы же музыканты, и от которой уж не выйду. Zostają na tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A nic nie jest, cało widać. Итак, ребята, бегаем!
Pažadėjimas iš jūsų, kad visi suprastų. Aš. O, nakonės, tada tūla, kaip varysia. Pažadu. Це пікний весельний торчик, за хвілька там тим покоїку з боку, обох. Ну що, веселя триває далі, шановні панство. Як тобі веселя, сподобалося? Звісно. О, як веселя тобі прийшло? Кому, мені? Файня, весело. Файня, круто. Так, як тобі веселя сподобалося? Люкс, щоб будемо ходити до рання. Ти це точно. Я з тобою. Так, и мы в Каркленой Ресорт. Кстати, уж поменяли название. Ресорт уже? Ресорт. Кстати, как ты? Ну, как видишь. Неплохо. Опять напьешься? Ну, опять в дупель буду. До следующей субботы. Да я шука пока не много. Пошли, дядя. Я не хочу, 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 я не хочу